Наше утро начинается одинаково. Вчера мы выехали домой, получается, из Кан. Я не снимала, потому что мы опаздывали на поезд, мы бежали, быстро покупали, забежали в поезд, а в поезде было очень много людей. Ну, короче, мы просто доехали до нашей остановки, сели опять на троллейбус, на трамвай. На трамвай, кстати, мы тоже бежали. На трамвай мы тоже бежали, да. Доехали до дома, и все. А вечером я уже решила отложить камеру и отдохнуть, и мы просто гуляли по нашему променаду. Вот. А сегодня у нас такой свободный день, потому что мы сегодня хотели поехать в Сен-Тропе, но не было места. Оказывается, нужно резервировать места на... как это называется? На паром. Заранее, на теплоход. И на сегодняшний день не оказалось мест. И мы забронировали только на завтрашний. Вот. А сегодня мы поедем в городок, который находится по пути в Монако. Просто красивая деревушка. Делать нечего, на пляже лежать неохота, потому что как-то пасмурно. Не то, что пасмурно, а, знаете, жарко, душно. Солнце есть, но солнце закрывают облака. Ну да, облачно в целом. Непонятная погода, в общем. Не для загара, не для лежания на пляже. Поэтому мы поедем в деревушку в эту, там тоже есть море, там можно искупаться. Мы на всякий случай взяли купальники. Вот. И посмотрим. Конечно, в таких летних путешествиях, ну и вообще в целом путешествиях, самое сложное — это укладки, потому что это занимает очень много времени. Я не люблю тратить на это время. Поэтому я либо просто моюсь и оставляю волосы такими, какие они есть, либо я зализываю хвост. Вот. Сегодня у меня день Белла Хадид. У меня уже практически закончилась одежда. Осталось немного. На завтра на Сен-Тропе и все. Сегодня я уже смастерила из того, что было. Уже повторные шорты надела. Действуем сегодня по такому же маршруту, как ехали в Монако. Получается, вот там мы на конечной остановке вышли с этого трамвая и пошли направо. Приехал автобус, на который мы опоздали. Будем бежать? Вон же, здесь он останавливается так. Вот остановка, все стоят. Он здесь не станет, это общественный транспорт, а это идти в наш город. Я уже не могу. Но там. Да? Да, я уверен. Значит, мы лохи. Вот улица, на которой эти автобусы. Видишь, это. Вот откуда отходит автобус. Смотри, вот здесь написано, куда он едет. Мы сели в итоге на автобус номер 15. Это та остановка, на которой мы изначально встали. Не нужно было проходить прямо, где 600 и 601. Вот на той остановке остаетесь, там прям написано автобус 15. И что в итоге? Только едем. Куда? Вильфранш-Сюрмер называется. Он по-простому. Мадонна. Мадонна Мер остановка. Они здесь водят просто пипец. Мы еле держимся. Вообще, здесь еще такие крутые повороты. Улочки очень узкие. Короче, опасно. Опасно. Просто как стою я. Еле держусь. А еще знаете, что у них очень редко, если кто-то встанет и уступит место детям или бабушкам. Да? Мы всегда уступаем место, а у них мы заметили, что это не очень принято. Девушкам вообще никогда в жизни не уступят мужчины.
бабушка, может быть, еще уступит, прям которые старенькие-старенькие. На детей тоже пофиг. Но это наше такое наблюдение, да. Итак, я требую извинения от Саргиста, что он наорал на меня только что я ему как-то высокомерно улыбнулась. Хотя я улыбнулась на ситуацию, потому что эти автобусы не останавливаются на каждой остановке. Нужно нажимать красную кнопку. И я Саргису говорю: Саргис, наша остановка уже прошла. Он такой: не-не. В итоге спрашивает, он такой: да-да, она уже была. Водитель нам говорит. И вот сейчас мы шлепаем на свою остановку обратно, 15 минут. Да ладно, мы 7 минут идем. Зато ты увидела, как собака на ламбе ездит. Только что из этих ворот, с частного дома, выезжает ламборгини. За рулем дед. Он останавливается, открывает крышу. Да, там счастливый лабрадор у него на соседнем сиденье сидит. И они просто топят вдаль. Какая жизнь интересная у людей. Другая совсем. Такой вид красивый. Вот это его дом. Где-то он здесь живет. Очень красивое место. Так, выходим на остановке Мадонна, которую мы проехали. Очень вот она наверху и там где-то, где смотровая площадка. Мы просто уже спустились. Вот. И получается, здесь можно спуститься. Здесь вон туда. Да. Очень красиво. Как будто бы картинка ожила. Скажи, да, самое красивое пока место, которое мы только видели. Да, мы даже сравнивали с Комо, здесь лучше, здесь красивее. Да. И людей меньше. Но это нам сказали, ну вообще тоже логично, что сезон еще не открылся, потому что всякие экзамены у детей были. Каникулы с июля здесь начинаются в Европе. Ну и в России тоже, считай, если всякие экзамены, то это тоже где-то середина июня, конец июня, все летят в июле. Пахнет невкусно, да? Ну, да. Мне кажется, это климатизация. У меня тапочки неудобные для такого спуска. В Эрмесах было бы лучше? В Эрмесах было бы лучше, но мне бы было хуже, точнее, моей душе было бы хуже за них. Специально делал такие, но они очень красиво выглядят, это 12 сторис. Чтобы было не жалко, потому что мы собираемся пойти купаться. На пляж все-таки идем, и Армис это не для пляжа. Сейчас покажу вам вид. Понятно. Я вам не показывала свой лук. Сак, стой, пожалуйста, на месте. Шортики, футболочка, шляпочки, сумка, в которой лежат плавки с Саргиса мои. Все, больше у нас ничего с собой нету. А нам ничего не надо. В идеале надо было масло какое-нибудь взять. Для чего? Солнышко нет. Мы просто сейчас кайфанем. Все еще идем. Еще раз покажу. Смотрите, вам вид. Вот если ехать на поезде, то вы приезжаете вот сюда. И нету такого красивого вида. Только из-за этого мы поехали на автобусе именно. Да, езжайте на автобусе. Совет от Яночки. Дорогая Яночка. Мы спустились. Короче, там будет направо или налево. Надо будет налево, но там есть указатели, стрелочки, что пляж здесь. Да. Красота. Нам налево. Вот рейсики, кстати, уже. Нам туда. Там частные пляжи. Думаешь, там есть покушать? Я уверен. В итоге мы решили все-таки зайти сюда покушать. Нормально. Ты пиццу есть не будешь. Он решил, что это только для меня. Пицца 2200. О, нет, 1700. Салат 2200. Картошка фри, не знаю, рублей 500. Но зато вот так. Аппетитно. Да. Поели мы на 6000 рублей. На 5700. Нет, 6000. Еще чаевые. Зачем чаевые-то оставлять? У них уже включен. Нет, я не включен. Да. Зря я взяла эту сумку, надо было большую брать. Да?
Надо было большую брать сумку. Чего я ее взяла? Я не знаю. Ты меня торопил, как всегда, просто. Да, я виноват. Я обожаю вот это состояние души, состояние Яны. Во всем, абсолютно во всем виноват только я. Ой. Это тоже я виноват. Отвечаю, я пошел, поэтому... Как я так поменяла под столом? Вот я кринж. Один день в Ереване я вообще вышла, вышла без тапок. Сарги, знаете, для чего оставляют чаевые? Чтобы ждать, пока они такие посмотрят, сколько там внутри. Да такие нет. Чаевые. О, спасибо, Сарги. Пожалуйста. Ты такая, блин, господи, как это могла... Как ты могла дать додумать слова? Ребят, я в Ереване вышла, пошла в лифт босиком, забыла обувь надеть. Такой я кринж. А знаешь, кто виноват? Я. А давай, иди. Нет, эти угарные. Ну, я тебе и говорю, что... Сака, ты зачем? У них угарные эти. Я тебе же смотрела на них и говорила, что мне на сайкл нужны такие же лосины. А, я тут думал другое. Потому что у них в лосинах подпопники. Их очень здесь много. Я бы тоже позанималась. Я бы тоже занималась. Ой, какое морешко. Как будто океан. Ну, посмотри, сколько людей, пипец, яблоко не упасть. Почему у всех полотенца голубые? У них фетиш какой-то. Блин, мне кажется, на пляж нет мест. Все бы с кайфом туда пошли. Сколько цену он сказал? Подошли к морю. Вот этот пляж, в котором все занято. Холодненькая, но очень прозрачная вода, прям очень чистая. Итак, ситуация. Мы пришли за полотенцем и за сумочкой, чтобы кинуть туда потом полотенце и мокрое в магазин. Потому что... Мы взяли сумку и полотенце, потому что платный пляж full, полный. И нас не хотели сорвать, потому что там какие-то вонючие дебилы. Ну, дебилы, там, короче, там отдельно лежали, то есть на двух рядах по одному было свободно. Мы показываем, да, кстати. Мы показываем, типа, соедините, будет together. Он говорит, ну? Я, почему нет-то, блядь? Потом я одна подхожу, он такой, как он еще вычислил, блин, что ты мой муж? Он такой, я твоему мужу уже все сказал. Они заняты. Хотя они не заняты. Я ему хотела сказать, покью, блин. Няна, ты расистка, что ли? Это они расисты. Ну да, кстати, французы, кстати, новости. Вы, наверное, об этом не знали. Французы очень эгоистичные и они националисты. Если ты, например, с ними говоришь hello вместо bonjour, они уже сразу так лица меняют. Они никого не признают, кроме себя. Это тоже правда. Ну хорошо, что я додумалась дойти до магазина и взять полотенце хотя бы. Но, блин, я сейчас только что тупанула. Знаешь, в чем? Им вытираться плохо. Им будем вытираться. Давай, иди. Сага, может быть, что-нибудь возьмешь у меня из рук, любимый? Давай. Итак, друзьяшки. Сюда мы не попали. Зато мы здесь. С народом. Саргиз пошел купаться. Не отпускает, чтобы я тоже пошла. Типа украдут вещи. Но не знаю. Людей очень много. Там подальше поменьше, но... Но туда идти лень. Поэтому мы здесь. Но мы не будем долго. Мы, смотрите, вот такое маленькое полотенце купили. И вот такой шопер, чтобы сложить туда потом мокрые вещи. Я соглашусь, что реально мы оба ступили. Надо было взять шопер или сумку побольше хотя бы пляжную, а то я взяла эту же кнюс. Но мы думали, что мы не будем купаться. Потому что Аргиз такой, я не знаю, типа на всякий случай возьму купальник. Ой, шорты, типа,
покупаемся, покупаемся. Нет, нет. Ну, типа так, мы думали, нырнем и выйдем. Но мы не думали о том, как нам потом вытираться. Ну ладно, но это просто грех не искупаться в такой кристально чистой воде, в таком прекрасном, красивом месте. Поэтому мы сходили. Полотенце стоило у нас 1500 рублей, было за 2000 рублей. Но я сказала, нафига нам большое, возьмем это. Вот. И шопер стоил 650 рублей. Я считаю, выгодная покупка. Для рыбы, для краба. Вода прохладненькая, но привыкает. Да, есть краба. Кого? Второй пошел. Рыбка, рыбка. Акула, акула. Вот у нас в России принято стебать там Анапу, Сочи, типа там Китай, людей или еще что-то по колхозам. Вот, пожалуйста, чем отличается? То же самое, то есть не надо стебать. И просто лишь отличается немножко вид, ландшафтный дизайн. В целом все одно и то же. Ну и немножко люди другие. Да. Поплавали, я два раза искупалась в итоге. Идем на поезд до нашего города из этой деревушки. Будем мыться и пойдем гулять уже у нас. Вот такие дела. Смотрите, бабуля за рулем. О чем мы и говорим. Да, то есть это, не знаю, вот это идеальная старость. Идеальная старость проходит здесь. У всех. Это еще от просто образа жизни, который она жила, провела. Поэтому так. Нашим бабушкам тоже кайф. Сад поехал. Ну да, я ей говорю. Я ей говорю, такой жизни наши и, наверное, не мечтают, и не думают. Да. Целом... Ну, в целом, да. Что, выбрали? Нет, зачем они так вещи опасно положили? Так они. На скалы. Она вообще лежит на скалы. Пипец, что они. Обратно мы едем на поезде. Остановка здесь прямо на пляже практически. На поезде быстрее. Мошенница. Видел? Офигеть, только что при нас поймали воровку, которая украла у женщины сумочку. А, реально? Да, и парень заметил и выгнал их всех троих, прикинь. Реально? Капец. А если бы у нас украли что-то? Капец. Я думала, они без билетика зашли. Капец, он красава, еще и молодой парень. Но я настолько недоверчив, может быть, они вообще в сговоре, они уже все вытащили, а он типа такой герой. Но нет. Все-таки нет. Он это. Вот это я сняла контент. Ничего себе. Да, жестко. Вышли мы с вокзала. Я набрала в картах наш отель. И мне построил маршрут. Сначала идем до остановки трамвайной нашей, на трамвае прям до дома, короче, как всегда. Смотрите, кинотеатр вон там. Какие-то Bad Boys, кстати, выходят, видишь? Плохие парни 2. Да, я знаю. Плохие парни 2. Головоломка, она у нас тоже вышла. Смотрите, мы не могли найти остановку. Мне кажется, она под землей. И нужно спуститься вот сюда. А это отель. Отель Боско. Красивый. Баскола, я люблю. Баскола? А я думала, Боско прочитала. Боскола. Смотрите, вот так. У них трамвай как метро. Некоторые станции над землей, некоторые под. Всем good morning.
Я делаю кофе у нас в отеле. Кстати, давайте я вам покажу ресепшн. Пока делаю. Вот здесь у нас кофе. Лифт и вот такой вход. Название отеля я напишу, но вот можете сразу пробить. Очень хорошее место расположения. Здесь очень много русских на ресепшене. Ну, не русских, русскоговорящих. Вот. По утрам здесь никто не сидит, по вечерам поздно тоже. Но есть код, по которому входишь. И еще прикол номера. Там нужно не по карте входить, а по коду, который ты вводишь. И я вроде уже тоже говорила. Косметика для... Ну, шампуни всякие, да, Venus. Прикольно. Но это такой, наверное, как апарт-отель можно назвать. Маленький, уютненький, локальный. Взяла кофе. Сергей пошел за круассанами. Время 7 утра. 8 уже, наверное. И мы выезжаем на вокзал, точнее, на порт. И уезжаем в Сент-Тропе. Ехать 2,5 часа. Сейчас едем, как всегда, на трамвае до конечной остановки, до порта. И там уже включусь и покажу вам, как вообще и происходит эта поездка. Удачи нам! Вышли с остановки. Давай. На порту. Это конечная здесь остановка. Отсюда мы ехали и в Монако, и везде, короче, тут автобусная остановка рядом. Ну, я, короче, вам уже показывала. Чаще всего будете оказываться именно здесь, если куда-то будете ездить или да. плыть. Вот, сейчас нам тоже девочка, которую мы встретили, Аня, моя подписчица, она вообще супер. Все-таки мы не случайно ее встретили. Да, она нам вообще подсказывает все, что угодно. Поэтому я ее уговариваю сделать реальный гайд. Итак, мы идем сейчас на точку, где она нам отметила. Там нужно будет оплатить билеты, которые она нам онлайн забронировала, потому что бронировать нужно. Могли бы сказать, что мы арендовали яхту. Мы арендовали яхту, Саргиз. Смотрите, он хочет похвастаться своим луком, и его бесит сумка, блин, которую я ему подарила. Давайте, мы ее вместе, друзья, выбирали. Скажите, сумка — это стиль? Стильно? Удобно, стильно. Блин, у тебя так груди видно. Закройся. Да, ты харам. Ты всю поездку до моих грудей докопался. А чё, блин, ты везде с расстёгнутой рубашкой, с голыми титями. Вот кайф. Это новую рубашку мы купили ему в Заре. И брюки тоже льняные, черные в Заре купили. Обувь тоже новая. Сумка тоже новая. Хочу хотя бы хорошочек недельку провести. У меня вот такой лук. Костюм тоже новый. Наверное, все эти люди туда идут. Поэтому мы с ними. Погодка, конечно, не айс. Как-то пасмурно, облачно. Как будто намечается дождь. Татьяна. Быстрее снимаю. Вот там взяли билеты. По моему имени и фамилии нашли и дали. Сейчас идем на нашу яхту. Яхта. Покажи билеты. 17... Ой. Короче, вот два билета. Сразу, надо их не потерять, они и туда, и обратно. Можно? Ой. Merci. Merci. This come back, yes? Yes, я уже спрашивала. Я почему-то оторвал, подумал, хитро поступить. Короче, во всем еще подвох и внимательно. И этот, короче, да, их нужно не потерять. Можно вот здесь прям так, здесь и крыша закрывает. Стоили билеты 15,5 тысяч рублей, ну, на рубли, туда-обратно получается, но ехать 2,5 часа, это, наверное, стоит того. Итак, прошел час, полет нормальный. У нас остановка. Не поняла, какая. Но немножко отдохнем и отправимся дальше. Я думала, что вообще не будет качать, но если честно, качает так нормально. Но слава богу, мне не укачивает. Не знаю, выдержит ли тот, кто подвержен укачиванию. Думаю, нет. Но в целом очень даже комфортно и интересно смотреть на море. Оно очень успокаивает. Я люблю это. Саргиз говорит, что это проще, чем на поезде. Но в целом, да. Вот так суматошно и поприятнее. Все как-то цивильно.
Твои ощущения? Супер. Пахнет богатством. В целом 2,5 часа прошло нормально. Я думала, будет скучнее и будет меня укачивать, но меня не укачивало. Я этому рада. Тут пытались на борту пить шампанское, но им запретили. И я ходила туда-назад фоткаться. Сначала Сергей меня сфоткал на фоне какой-то тетки. Я прикреплю эту фотку. Я говорю, нельзя было попросить ее подвинуться. И я вот думаю, она же видела, что я фоткаюсь, могла бы сама подвинуться. Ну ладно. Во второй раз мы пошли и попросили ее подвинуться. И других попросили подвинуться. И там, оказывается, была среди всех этих америкосов, или кто они, русская девушка. И она такая, я вас фоткаю. Подвиньтесь все. Разрулила она ситуацию, сделала нам крутые фотки. Спасибо ей большое. Вот, фотка вообще классная получилась, конечно. Не на собственной яхте, но все же. Выглянуло солнце. Погода здесь вообще какая-то в этом году непредсказуемая. То дождь, то солнце, то туман, то облачно. Непонятно. Но мы уже приехали в Сан-Тропе. Город, в который... Деревня, кстати, это деревня. Деревня, в которую все приезжают на своих яхтах, чтобы сходить на бич-клабы и пошопиться. Мы очень хотели попасть на пляж Жак Мюс. Там ресторан, пляж. Но мы позвонили, он сегодня закрыт на свадьбу. Кто-то там делает свадьбу. Дай бог, у них будет счастливая, классная жизнь. Из-за них я не попала туда, куда очень хотела. Обидно. До слез. Обидно. Но там есть бич-клабы. Мама! Что это? Почему мы так считаемся? А почему мы тут встали-то? Там, короче, есть еще бич-клабы всех брендов. Dior, Louis Vuitton. Там есть Богатель популярный, Джинджи. В общем... Не знаю, еще не решили, будем ли купаться или нет. Мы доехали. Я с этой сумкой как темщик. Обычно. Темщик. Вот по такой маленькой улочке мы идем до центра. Да. Вот те самые люди, которые приезжают сюда на своих яхтах. Обратите внимание, как, какие точнее здесь бутики, они сделаны под стиль Сан-Тропе, то есть мы пришли в Dior кафе, у Саргиса сэндвич, у меня Цезарь. Нам повезло и нам дали место, мы не резервировали. Очень красивые фотки, вам, мне кажется, здесь получится. Вам тоже повезет. Но лучше резервировать. Скажи свой вывод. Знаете, какой вывод у меня? Дешевая просто еда всегда намного вкуснее, чем дорогая. Обожаю сэндвичи. Вот этот салат стоил 3,5 тысячи рублей. Он реально невкусный. Ну и как кот наплакал. Сэндвич вкуснее был? Да. Мы каждый раз говорим, что... Ну, всегда, каждый раз прям убеждаем, что пафс в таких классных местах обычно невкусно. Ну и дорого. Но мы каждый раз ходим. Потому что что? Яна хочет. Ты тоже хочешь? Да, хочу. Обожаю такие места. Ну, тебе нравится атмосфера здесь? Нет. Обычно. Ну, как красиво, типа. Да. Нет, на самом деле красиво. Да, очень красиво. Я купила себе кошелечек для мелочи.
Итак, счет вышел 12 тысяч рублей на ветер. Хотя бы сфоткаться надо там. Где там? На ступеньках. Что тебе не нравится? Давай, ладно. Девчонки на тебя будут смотреть. Блин, еще тут вода. Можно стоять здесь? Лаева, Римова. Короче, эти города про шопинг, про магазины. Что еще раз? Целый фудкорт был, типа, делали. Рынок вон. Давай. Прям рынок. Смотрите, бутики и рынок. Прикол. Цветы продают. Цветы продают. Пошли сувениры посмотрим какие-нибудь. Давай вот оттуда начнем. Целые поместья, да? Да, целые дома. Блин, машины. Вот машина. Короче, этот прикольный. Очень классно. Вот у Луи Виттон так. Кафешка. Окей. Она открыта? Закрыта. Не знаю. Я нашла мой любимый. Мой желанный, хотя мне ничего там не нужно, но я просто хочу зайти. Любимый мой. Давайте, заходите. Ну что вы? Новая коллекция. Вот это мне очень нравится, сумочка вот эта. Зачем тогда мы пробуем подарок тебе? Ну, мне хотелось другую. Красивая рубашка, да? Самое лучшее приобретение Яны, которое вообще просто могло быть. Да, все здесь смотрят и как... И все удивляются. Все удивляются. Вот как мы снимаем все тиктоки, рилсы. Не, ну реально, и так это далее. Супер гениально. Чехол с магнитом. Да, здесь магнит, и он заклеится. Никакие эти не нужны, как называют? Вот эти штуки. Штативы. Штативы не нужны, которые сами падают. Да, вообще идеально. Мы направляемся в кондитерскую. Да, да, да. Седрика Грилье или Грильеж. Я, честно, точно не знаю, но я его в Инстаграме видел. Я думаю, и вы видели. Такой парень. Сейчас мы вам покажем. Наверняка вы точно видели эти видосы. Да, он так большие-большие печет. 11 миллионов. Да. Вот в эту кофейню мы пришли. Но там огромная очередь, и я не знаю, что мы будем делать. Даже не знаю, что делать. Вот такая очередь. В таком тихом, скромном месте. Сейчас только что передо мной парень снимал контент этой кофейни. Я бы 100 раз красивее сняла, чем он. И здесь очень-очень не развита сфера SMM, сфера контент-креаторства именно у обычных таких кофейн, ресторанов. То есть это у нас зайдешь в Инстаграм любого ресторана, кафе, какого-нибудь, не знаю, магазина, клуба. Там будет все подробно, все сразу поймешь по Инстаграму. А здесь такого нет, к сожалению. И вот нам тоже девочка рассказала, то, что приезжают, ну, много приехало украинцев, много приезжает наших просто, и все как бы устраиваются на работу в французские места и говорят, типа, вам это нужно. И вот сейчас вы видите, типа, придут конкуренты на рынок по типу СНГшных, и вы увидите, что вот такой вот контент инстаграмный очень важен. Но я тоже так считаю, что очень важно. Потому что я, прежде чем пойти куда-то, смотрю Инстаграм. Merci. Мороженое? Вкусное? Можем уходить в целом. Thank you.
дело сделано. О май гад, что с моей прической. 7% на камере, 0% на телефоне. Я за ночь тупанула, не зарядила портативку. Заряжена только портативка с Аргиса, которая прислоняется к вот этой не помню, как называется. У меня такого нету. Но у меня на 20% портативка заряжена. Сейчас попытаюсь хотя бы немножко зарядить телефон. Вот, в целом у нас время подходит к концу, честно, за эти полдня. Успеть здесь можно мало чего. Нужно, да, приезжать с ночевкой. Либо тупо приезжать и сразу идти на пляж, ну, в бич-клаб. Не гулять по городу, но, блин, тоже стрёмно первый раз приехать, даже не увидеть вообще, как расположен и что вообще здесь есть в Сан-Тропе. Вот. Поэтому в следующий раз, если поехать в Сан-Тропе, то ехать в бич-клаб, как мы и собирались в Жак-Мюс, но в итоге решили погулять. А почему мы так рано уезжаем отсюда в 4 часа? Потому что, ну, только единственный способ отсюда уехать. Вот мы купили билеты. Получается, в 9 мы отправлялись с Ниццы и должны в 4 отправиться в Сан-Тропе. Не единственный способ, а единственный способ по нормальной цене. Ну, можно вызвать такси, уехать, но это будет очень-очень дорого. Спар в Сан-Тропе. Мы зашли в Dior Beauty. Ну, я точнее уже заходила. И я там брала, ну, пробовала масло. Оно там стоит. Масло с шиммером. И вот я вернулась за ним, оно мне очень понравилось. Это будет замена моему Tom Ford, который закончился уже в Армении. Сжимаю как могу 2%. Я не знаю, слышно было меня или нет в магазине. Я взяла шиммер для тела. У меня закончился Tom Ford, который мне Вероника дарила. Tom Ford стоит в районе 10 тысяч. А этот шиммер стоит в районе, ну, 6,5 тысяч рублей. Я в рублях. Вот, и в целом по объему он такой же, а по ощущениям на теле и по консистенции как будто бы даже лучше. Но я пока не могу сравнивать. Но мне понравился. Может быть, не хуже, но просто такой же, но дешевле. И он тоже с ароматом какого-то парфюма одного из. Вот, поэтому я взяла его. Мы вернулись на нашу стоянку за 15 минут до выезда нашего поезда. Поезда, блин, яхты. Не яхты, а парома. Ждем паром. Здесь несколько сразу отъезжает. Вот, наш еще не приехал. На обратном пути у нас случились неожиданные и нежданные оговорки у меня. Чувствуете, как нас трясет? Так вот, начались волны, ветер, и наш паром начинает жестко трясти, прям жестко. А волны падаем, как американские горки, в общем. Я думал сначала, я не весело, но, как оказалось, и вообще не весело. Яна, поделись эмоциями. В общем, Яна словила атаческую панику, начала плакать, всем паромам ее успокаивали, говорили, что все хорошо, это нормально. Мы в итоге выйдем не в Ницце, а в Канны и поедем на поезде. Но сейчас уже получше, не так сильно трясет, как в самом начале. Это было прям неприятно, многим стало даже плохо. Вот обстановочка болтает, трясет. Вот так, мощно. В общем, мы хотели выйти в Каннах, но когда мы приехали в Канны, там была ровная тропа, ровное море. Я спросила у капитана, мы сейчас также поедем без волн? Он такой, да, типа, такая жесть была только в Сан-Тропе. Я такая, ладно, едем. Хотя очень много ушло с корабля. И вот мы едем. Конечно, сейчас не так страшно, как мне было,
но тоже жестко качает. Волны тоже здесь не такие маленькие, как были там у берега. Но плыть, ну, было, когда мы выезжали, минут 50, час. Сейчас, я не знаю, минут 25, наверное, осталось. Но был трэш. Я словила жесткую панику и плакала. Потому что все начали орать в моменте. У всех все падало, всех начало тошнить. И я никогда с таким не сталкивалась. Мне тоже стало страшно. Я начала плакать. Всех начала обливать, все начали пересаживаться вперед. Ну, было вообще стрёмно, конечно. Слава богу, меня не тошнило. Теперь я знаю, что у меня нет никакой борской болезни, и меня не укачивает. Потому что, ну, шатает здесь знатно. Это меня камера еще держит в объективе. Если бы она не держала меня в объективе, мы бы вообще здесь ботву качала, пока вы меня смотрели. Вот. Если будет выбор, езжать в Сан-Тропе или нет, просто так не езжайте. Если на какой-то крутой бич-клаб и с ночевкой, наверное, да, стоит. Но вот так вот на пару часов, чтобы ехать на этом теплоходе 2.5 часа, не стоит того. Если только вам не хочется дикого шопинга и у вас есть миллионы на все бренды. Но эти бренды есть и в Монако, и в Каннах. Да. Поэтому галочку поставили, что были в Сан-Тропе. Кто спросит, тому скажем, были. Отметочку в Инстаграме сделаем, что мы в Сан-Тропе были. А так не советую вам. Уже жду, когда мы доплывем до нашей уютной, спокойной Ниццы. Завтра мы уже улетаем. 7 дней пролетели незаметно. Попробуем продлить номер, чтобы полежать завтра на пляже. Вот. Если не получится, не знаю, что будем делать. Что? Оставим на хранение и пойдем на пляж. А как я потом помоюсь? И ты? Там же и души. А тем мы тебе. Вот мужики такие мужики. Им сходить в море это просто секундное дело. Им не надо потом волосы мыть, сушить их. Краситься. Переодеваться. На 3 часа ночи будешь лететь в самолете. Ну мне будет неприятно. Самой. Жалко, надо бы мне заснять вот эти. Вообще-то людям было не страшно, им было весело, а я думаю, что им было страшно. Им было страшно. Весело. А еще лайфхак. Если вас укачивает, садитесь в самый вперед. Когда вы едете, смотрите в одну точку на горизонт. То есть смотрите в окно на горизонт. В одну точку. Не надо вот так вот шарахаться и смотреть на людей вокруг. Лучше делать так, как я делала. Один раз у нас так сейчас качнуло, вот самый сильный кач, который был, это был вот у берега. Там вообще я легла просто на скамейку, чтобы не упасть. Но дельфин — это что-то с чем-то, я первая его увидела, показалась Саргис. Саргис начал кричать: «Дельфин!» И все увидели. О, мой, мамочки мои, хочу вам показать, на чем мы плыли сейчас. Нормально вообще. Давай сбоку покажи, чтобы люди поняли. Вот. Вот на таком большом корабле. Слава богу, мы на земле, нет ничего безопаснее, чем суша.
Ой. Взбодрили меня. Голова болит сейчас пипец. Но по ветру понятно, что волны сильные. В городе сильный ветер. Итак, мы в номере собираем вещи. Пакуем чемоданы. Пытаемся это сделать. Оставляю коробку от моих Сандро новых. Они очень тяжелые. Коробка большая. У меня достаточно коробок Сандро. В этот раз брать не будем. Красивые мои. Добрейшее утречко. У нас сегодня день выезда. В 9 утра мы вылетаем, но выезд из номера у нас в 11. И сегодня очень-очень хорошая погода, поэтому мы решили не терять день и пойти на пляж. Мы не сможем потом вернуться уже в номер, помыться нормально, но мы помоемся на пляже. И уже поедем так. Поэтому все наши чемоданы собраны. Собрали только сумки на пляж. Вот, выезжаем сейчас, идем на пляж, может быть, съездим в центр. Это наша такс-фришка. Я сюда кладу? Я хотел, чтобы ты вычеркнул свое положение. Вот такой у нас милый, хороший номер. Мы хотели его продлить, и знаете, сколько сейчас стоит ночь? 21 тысячу рублей. А мы бронировали за сколько ночь получилось? Мы считаем, мы за 7 суток отдали 160. 160 тысяч мы отдали за 7 суток. Мы бронировали за 3 дня. И мы бронировали за 3 дня до заезда. Сейчас начался самый сезон, и здесь ночь теперь стоит 21 тысячу рублей. Но я это уже давно смотрела, как мы прилетели, в этот же день я начала смотреть. Ну, мне было интересно, сколько сейчас отель стоит. И там реально такие цены были. Ну да, еще заранее можно было еще, наверное, круче отель. Но мы не жалуемся, нам этот отель очень понравился. Кстати, я в футболке сегодня своего бренда. Еще у меня красный, я тоже не гуляла, но почему-то не показывала, не рассказывала вам. Итак, все, прощаемся. Это было хорошее жилье. Наш красивейший вид. Идеальное место, очень в него влюбились. У нас 2 чемодана, 1 пакет, сумки. Все как всегда, в общем. Уже хорошо, что не 3 чемодана. В холодильнике есть что-то? В холодильнике, да. Печенье, мороженое. Фу, мороженое растаяло. Печенье. Футболку забирай. А еще одно полотенце нужно? Да. Давай, тогда я его положу сюда. Ну все. Мы спустились на минус первый этаж. Смотрите, какая классная технология. Вообще в первый раз вижу, мы были в разных отелях всю жизнь. Но всегда была просто комната, в которой на доверие было. Типа любой может зайти и забрать. А здесь вот такие вот огромные шкафы. То есть у нас туда поместилось, ну давай, поместилось 2 чемодана, 2 чемодана, 2 сумки, и вот в верхний мы сейчас засунем пакет. И вот тут получается вот такие большие 3 штуки, и наверху несколько маленьких. Но я считаю, вообще классно, удобно. Чё, не работает? Работает. Скажи пароль. Покажи кошелечек, который я купила. Это копилка Яны. А ты видишь, чтобы не видели про. А ты видишь? Еще с Ольги новая сумочка, покажи. Все, идем на пляж. С моря прямо в аэропорт. Кайф. У нас будет душ там. А ты видел душ? Да. Там? Да. Да?
Уличный нормально. Будем умываться. Шампунь так. Если честно, буду очень скучать по этому месту, оно какое-то очень душевное. Такое близкое к сердцу моему. Мне здесь спокойно, уютно. Так, мы сейчас будем у моря, там сфоткаем. Идем по набережной. Здесь все бегают. Сейчас покажу вам. Либо бегают, либо загорают, либо гуляют с собачками. Идеальная жизнь, я считаю. Сегодня, кстати, волны есть. Видимо, с вчерашнего дня остались, как мы ехали. Потому что в прошлый раз, когда мы купались, вообще волн не было. Была тишь да гладь. Мы пришли на тот же самый пляж, Амур. Решили не рисковать последний день, чтобы по полной насладиться. Идем туда, где мы уже были. Блин, я боюсь волн после вчерашнего. Не знаю. Хотя я очень привыкшая к волнам, потому что в Турции, в принципе, всегда такие волны. In the beach. Окей. А, заплати карты, или карта оставила? В кошелечке нет? Она в моей сумке. Выбора нет. Bonjour. Так, все, мы легли. Хочу поделиться с вами то, с помощью чего я загораю. Во-первых, это SPF-ка, всегда обязательно беру, если не для себя, то для Саргиса, но в целом первые дни и вообще я в самом начале всегда брызгаю SPF-ку с недавних времен, потому что все равно с SPF-кой тоже загораешь, и потом ты не облезешь, как змея, а загар будет дольше. Вот, у меня SPF, по-моему, 30, вроде бы. Оно как масло. Вот сейчас покажу, я им набрызгала. То есть я вся масляная. Это институт Эстедерм. Я брала у себя в косметологии, где делаю все процедуры в Icon Beauty. Вот. Но расход, кстати, достаточно большой. Это я вот за три применения, наверное, использовала. Вот, но мне нравится. Дальше у меня с собой вот это масло для загара. Я его беру в аптеке в Армении. Sun Bronze. Оно с морковным маслом, а вы знаете, что морковь — это хороший бронзовый красивый загар. И дальше у меня остатки роскоши Radical Tan. Кстати, не очень дорогое. Наверное, максимум 1000-2. Можно за 1500 ухватить со скидкой. Я, по-моему, в золотом даже заказывала. Это усилитель для загара. Вообще в самом конце, либо просто, чтобы освежиться как-то, ну, освежить масло, брызгу его. И с собой у меня пробник SPF-ки для лица, но я им еще не пробовала пользоваться. Кстати, вот этот бренд Comfort Zone, я недавно вообще офигела, они мне предложили сотрудничество, пришлют свою продукцию на пробу. Вот, и недавно мне предложило сотрудничество еще Ultraceuticals. Вот, кстати, сегодня, ну, и каждый день я мажусь этим SPF-кремом. Мне его дарила мой косметолог в прошлом году. Я его оставила маме, а вот мне в этом году прислали новый. Я им тоже каждый день мажусь, и не только когда иду на пляж, но и вообще под косметику использую его. Вот, он не дает лицу сгореть. Раньше я вообще не пользовалась SPF-кремом, но иногда меня бесит, что у меня лицо белее. И я могу позагорать без SPF-ки, но это недолго, и все равно, если я без SPF-ки, у меня потом лицо красное и горит. В целом, по загару все. Вот мне должны прислать в этот раз Comfort Zone. Там тоже некоторые вещи для загара будут. Я попробую и расскажу. В сентябре я лечу на море опять. Вот, и, возможно, возьму эти все средства с собой. В целом, все. Еще, если хотите красивый загар, если вам не лень, пейте морковный сок со сливками. Ну, свежевыжатый.
Окей. Фреш, точнее. Окей, вот. Буду последний денечек загорать и схожу сейчас искупаться. Okay. Второй раз на пляже и уже знаем, что заказывать. Но вот это заказали впервые, но я думаю, это вкусно. Могли бы и сэндвичем это назвать, чем придумали. Крок-месье называется. Я заказала цезарь. Мне кажется, после нас все захотят есть. Нам так красиво, вкусно все вынесли. Вкусно. Сегодня почему-то все загорают топлес. Саргис это видит впервые. Не впервые? Не впервые, но это неприятно. Одни старые женщины загорают. Старые женщины, да. Хотя старые женщины бывают. Женщины в возрасте, извиняюсь. Сегодня очень большие волны. Вначале было еще нормально, сейчас уже повесили предупредительный флаг. Я не захожу уже, а Саргис суется. Очень большие, людей уже в море практически нет, все стоят. Все, ребята, мы помылись, ну там в душ сходили на пляже, пришли в отель, переоделись. Дособрали, докидали вещей в чемодан и поели. И выехали в аэропорт. Здесь ехать до аэропорта минут 10. Заплатили мы за такси 1600. Там на ресепшене девочка вызвала Uber. Вот. А отсюда мы ехали не на Uber, а вот просто типа поймали здесь. Ну, такси, которые стоят вот здесь, у аэропорта, за 4000 рублей. Но мы ехали на Тесле с красавчиком. А сейчас ехали не с красавчиком. Ну и на обычной машине. Но в целом все комфортно. Вот. Аэропорт очень маленький, можно приезжать попозже. Сейчас стоим на посадке, ну, за посадочным, чтобы сдать багаж. И попробуем взять такс-фри. Вот. Еще я смеюсь, мы вчера ехали, когда в Монако, на теплоходе там. Там были армяне. Я говорю, по-любому мы завтра с ними полетим в Ереван. И так и случилось. Мы их сейчас встретили. Я смеялась. Потому что было ожидаемо. Вот. Короче, мы уже отсканировали такс-фри. Я вам не показала. Окей. Сейчас я покажу, что нужно делать, когда получаешь такс-фри. Подходите вот к такой штуке, выбираете русский язык и сканируете ваш, ну, вот эти вот бумаги, которые вам дают. А потом с уже отсканированными идете вот, ну, там, где вы получаете такс-фри. Одна штука, один чек у нас не прошел, нас попросили показать типа эту вещь, а мы уже сдали багаж. Иногда просят показывать, иногда не просят. В прошлый раз нас ничего не просили. Вот. И еще люди, которые здесь сидят, они выдают старые доллары, которые уже не принимаются давно. Ни в Армении, ни в России перед нами. Спасибо. Женщина тоже просила. Они принимают, но... Принимают, но дешевле оценивают. И они так, таким гениальным способом решили избавиться от старых банкнот. Да. Жуки, конечно. И типа Саргис говорит, что это незаконно, потому что мы просим, ну покажите, что у вас только они, у вас должны быть другие, типа евро, новые доллары. Она такая, нет, у меня только такие. Вот. Можно было бы, конечно, попросить на карту, но это все дольше. И она уже выдает, и только когда она выдает, мы видим, что она нам выдает. И нужно было бы все заново, типа, переделывать по карте. Дали сколько нам? 7500 рублей за наши мелкие покупки. Было бы 8, если бы там просто тоже. Да. Просто по приколу сделали. Приятный бонус. Если бы оценивались еще наши дорогие покупки, типа сумки, обувь, ну, люкс, бренды. Было бы круто. Было бы круто, да. А так мы можем получать только со всяких Zara,
Сандро, Жак Мюс. Вот, моя сумка Ив Сен Лоран не прошла через такс-фри.